друзья, с вами Ял. Что ж, наконец-таки я снова в Fortnite. Почему наконец-таки? Потому что, если вы еще не знали, если вы вдруг не следите за моей инстой и не подписаны на меня ВКонтакте, то я был на морях, я был на отдыхе, решил взять паузу, и последние 10 дней до этого момента я просто релаксировал на море, расслаблялся и совсем не думал ни об играх, ни о чем вообще. Вообще просто ни о чем, я просто... решил расслабиться. И знаете, это пошло мне на пользу, во-первых, потому что я набрался вдохновения записывать новые ролики, и, во-вторых, я очень соскучился по Fortnite. И, как вы знаете, в Fortnite огромное количество нововведений, обновлений, можно просто зайти в новости, и тут сразу тебе и временный режим побег, который я еще не играл, и новый автомат с глушителем, и, кстати, даже уже нет этой новости, но для меня это до сих пор новость, Grappling Hook, ну или как он называется, присоска, по-моему, да? Та самая замечательная штука, которая позволяет вам, не знаю, быть Человеком-пауком в Fortnite. В конце концов, я этого всего еще не видел, еще не, даже, ну, не пробовал в игре, я только зашел в игру, вот, только что. И решил сразу записать для вас ролик. Давайте начнем, пожалуй, с побега, посмотрим, что же это за режим такой. Игроки соревнуются, пытаясь найти драгоценность и сбежать в одном из заранее приготовленных фургонов. Ух ты, первые 4 игрока, которым это удается, одерживают королевскую победу в одиночку. А почему 4 игрока, если сейчас это в одиночку? Это обновка, теперь это в одиночку, так замечательно. Соло побег. Побег и должен быть соло. В общем-то, друзья, давайте смотреть, давайте тестить. Вы уже, скорее всего, это все знаете. Ну, а для меня это будет в новинку, поэтому я запишу для вас даже несколько роликов, в которых, я думаю, не будет королевской победы. Я все-таки должен еще привыкнуть к игре, потому что после 10-дневного перерыва я сейчас буду полный нуб. Но, надеюсь, у меня получится сделать какие-нибудь неплохие фраги. И вообще, в принципе, игра должна получиться... интересный. Ладно, хватит болтать. Все, погнали. Йоу, друзья, мы начинаем. И я уже смотрю, здесь сразу идет зона, да? Через 15 секунд она, наверное, пойдет. И я лечу на брошенной башне. Кстати, вот они, все эти грузы. Раз, два, три, четыре. Прям по краю карты, блин. Что мне делать? Мне сразу за грузом лететь или за лутом? Я не знаю, что мне делать? Что в этом режиме обычно делают, ребят? Напишите, плиз, в комментариях. Как лучше? Какая тактика? О, боже мой. У него была там пушка? О, нет. Сколько я не играл, мне так непривычно. А, тут же еще и поменяли все эти... редкости оружия. О, что-то приземлилось. Здесь у нас сундук. Меняли не только, кстати, редкости оружия. Меняли вообще кучу всего. И толком не знаю, как играть. Так, ну пушек много. Окей, пока что все нормально. Меняется зона. 3 минуты до новой зоны. Ага, здесь он лутался, здесь он поставил... ловушку. Побежали сразу в зону, ребят. Оу. Это Барит? Грузы с драгоценностями приземляются. Я заговариваюсь, черт, я давно не играл, я не могу комментировать и все это дело нормально. Нормально во все это дело сыграть. Развернись, рампа, плиз. Я не хочу быть нубом, плиз. Ой, это большая... это граната новая, да? Ладно, погнали, мне не нужны эти. О, я вижу драгоценность. Ой-ой-ой, я ему такой хэдшот дал, чувак. Он Человек-паук. Ребята, он Человек-паук. О, нет.
У него был граплер, офигеть. Так, он убил его чувака или нет? Оу, бро. Не попадаю. Минута. А, фу, я воняю. О, они теперь по 10, что ли, наносят? Берем эту штуку. Вау, что он делает? Так, мне нужно забрать эту ламу или что это? О, мне нужно их носить? God damn it. Мне нужно их носить! О, черт! Я не знал! Так, мне надо в зону. У меня есть граплин. У меня есть граплин хук. Это же граплин хук, правильно? Оу, ноу. О, я не попадаю. Надо зайти в зону. А-а-а! Откуда ты взялся? Черт, я не знаю, что мне делать. Я давно не играл. Так, стоп, и мне их носить нужно или что? Или забраться на фургон? Черт! Почему мне не дорассказали, что надо делать? Я забыл, как строиться, я забыл. Я вообще все забыл, черт. Здесь банка. Еще один граплин хук. Окей. Отлично. Мне нужны ресурсы. О, это гравиполе здесь? Блин, сколько всего нового. А, давайте попробуем. Давайте попробуем. Как это работает? Уу! Есть! Отлично! Фух, блин, я забыл, как играть. Что я делаю? Боже, эта штука крутая! Нет, не убивай меня! О, боже, как я выжил. Офигеть. Так, стоп, я не могу это взять? Ламу свою. Куда не могу. Не-не, давай, пей. Так, стоп, мне же нужно что сделать? Мне нужно на фургон уйти или собрать драгоценность? Я типа с одной драгоценностью уже, или мне нужно все собрать, или уйти на фургон? Блин, я ничего не знаю! Сори, ребят, если... Я сейчас реально очень туплю, скорее всего. Точнее, не скорее всего, а так и есть. Но, ребят, на самом деле, я ж не специально. Это во-первых. А во-вторых, я... Я действительно не знаю, что мне... Что мне делать? Давайте попробуем. Противник забрал... Ладно. Чувак решил выстроить из себя Человека-паука и разбился. Окей. Вон еще один. Где он?
Оу-оу-оу-оу-оу-оу. Не знаю, что он делал. Ну ладно. Слушайте, мне нужно забраться в фургон, я так понимаю, да? Или мне обязательно забирать драгоценность? Что так сложно? Давайте просто попробуем забраться в фургон. У меня уже есть драгоценность. Лама. Вон еще один фургон. Так, я хочу вот эту штуку еще поюзать почаще. И осталось 6 человек. Слушайте, я дошел до топ-10. Я не играл 10 дней, ребят. Так, забрал драгоценность, понятно. О, сейф. Может быть, очки? Может быть... Это ж типа очки здесь нужно собирать, да? Слушайте, если я проиграю, я просто по незнанию. Серьезно, я думаю, что... Я сейчас пойду за сейфом. За вот этим. У меня такое ощущение, что мне реально нужно сейчас просто зайти в фургон. Со своей драгоценностью. И все, я выиграю. Последняя возможность совершить побег. Окей, я понял. Мне нужно совершать побег. Давайте я просто совершу побег. Хотя я совсем чуть-чуть не дошел до фургона. Но они же, скорее всего, мониторят эти фургоны, правильно? То есть я просто так не смогу в него залезть и все. И уехать. А что это? Почему этот синий? А, там чувак, что ли, хлопнутый? Подождите, ну у меня... Что это было? Слушай, я все-таки попробую. Здесь нельзя поставить. Я победил! Я, черт возьми, победил! Мне нужно было собрать одну драгоценность и сесть в фургон? Окей, друзья, ну что ж, большое спасибо еще раз всем за просмотр. Не забудьте подписаться на канал, если еще этого не сделали, поставить колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. И те, кто еще не играют в Fortnite, ссылка на бесплатный Fortnite есть в описании под этим видео. Проходите по ней и устанавливайте Fortnite на любое устройство, абсолютно. Там есть и Android, и iOS, и ПК, и Mac, и вообще все устройства. Просто почти все устройства. Возможно, каких-то нет, но большинство поддерживается. Все! Увидимся в следующем видео. Пока.